А вот в библиотеке Грушевского школьникам продемонстрировали фильм «Хронологию об афганской войне». А также воины поделились своими воспоминаниями, спели школьникам песни военных лет. Хотелось бы, конечно, донести ребятам, которые вот основные такие понятия, как честь, совесть, любовь, доброта, дружба. Это не та дружба, которую там где-то в футбол поиграли, а я всегда считал, что вот... в таких ситуациях неординарных, то есть война, море, горы, вот именно все острее это вот ощущается, те понятия, как честь, доброта, дружба. И вот это им донести. Мне было очень интересно и даже немного было страшно за то, что происходило в прошлом. У меня очень ошарашило число погибших. 15 тысяч. Это очень много. Как сказал ветеран, даже один человек – это уже большое количество, ну, это уже большое количество смерти.